Вот этого, короче, барона не хочу видеть. Похуй, кого, главное, не барон. Похуй, мелкий потиспалит, мы его убивать все равно будем. Ладно. Что там рыба стоит? Рыбу хавайте, полбавку. Сейчас каску бахну, короче. Забери, короче, тогда... Ладно, короче, друид, забирай на себя барона, тогда. Я заберу остальное, а потом заберешь с меня вот этого Ференса, нахуй. Вот я, блядь, звездочку на него поставил, что он дизарм кидает. Как пусть он сразу заберет того тоже. Ну или сразу вот, звезду и череп заберет. Полностью. Короче, сейчас раскидаю по-быстрому. Блять, забагано. Короче, со стороны вот этой, с левой, где вар прыгает. Первый друидус, второй я, третий Риден. Справа первый маг, второй ШП и третий лог. Это на танцы. После того, как потанцевали, блять, хаваете этот... Распределить чуть по-другому. Чтобы милик был... С одной стороны или милик с другой стороны? Мы два милика, нам дольше бегать. А у них все РДД. Ну и что? Встали на танец, подошли, потанцевали. Если дважды мне... скорость будет, заебемся бежать. Так встаньте заранее, подойдите нахуй, и все, в чем проблема? Зал, ты хаваешь рыбу пока, да? Побежали, все, нахуй, заранее. Нет. Готово, поехали. Не забывайте друида диспалить. Не бить меня без пробы. Забери драугера. Первые танцы готовьте. Друиду слева, напоминаю. Первый танц. Справа. Маг, маг, хорош. Выше. Ой, блядь, кого ты набрал? Господи, сука. А ты в курсе, что тебя за стулом хилить нельзя? Да? Ну, значит, я долбоёб тут. Я не заметил, что за стулом сидел. Блять, типа еще раз. Типа, ладно, хуйня, сейчас я объясню, подожди, нахуй. Короче, блять, я перед тем, как пульнуть, нахуй, спросил вас, блять, вы понимаете за танцы или нет, нахуй? Все, блять, промолчали, нахуй. Сейчас кайфовый, блять, уебище, нахуй, не потанцует, блять, сразу, нахуй. Вот без этих тиков ебучего сайленса, нахуй. Потому что, блять... Пробивают они довольно достаточно больно, нахуй. И 3 секунды, блядь, хилап сали, нахуй, может отъехать танк, нахуй. Поэтому, блядь, вон метки стоят, нахуй. В этих местах, блядь, появляются танцы, нахуй. Либо в рамбе, блядь, либо в трусах. Соответственно, с левой стороны, либо в кресте, либо в печеньке, нахуй. Появляются танцы, блядь, я позвучиваю. Сразу, блядь, сука, быстро зашли в него, ничего нажимать не надо, просто зашли внутрь этой хуйни, анимации, где там 4 моба, или 3, не помню, сколько. А танцевали, блядь, пошли вон, 3 стола есть, один большой, 2 маленьких, блядь. И нашли себе кабана, либо рыбу, блядь. Но если есть кабан, то жрите кабана, рыбу килам оставлять. Do you know, understand, блядь? Если вы это не сделаете, блядь, мы этого босса не убьем, нахуй. Спасибо за внимание. Бафнемся, поехали. Просто баф хочу видеть. Кто у нас там? У нас ШП. Идеально. Блять, вот этого Ференса нахуй и баронессу заберешь на себя. Да мне похуй, в принципе.
Что тебе не хватает, Рид? Я не понимаю. Кулак на нем нет. А, не, есть кулак. У тебя, блядь, 30-минутный кулак висит, еще 25 меня минут. Меня не показывают ни одном шамане никакого кулака, потом я... Но вот у тебя он висит еще 25 минут. Я заспилить, Володь? 4, 3, 2, 1. Сейчас достаешь прохил? Да, это нормально. Танцы. Справа, первый. Быстрее. Она пойдет. Следующий справа ШП. Танцы 3 секунды. 10 секунд танцы. Танцы. Справа опять. Мелкий, смотри рыбу. Танцы 3 секунды, лок. Жри, не просядь по мне. Сова. Они там пускай ебутся сами. Что у них есть. Зао, видишь рыбу, жрёшь рыбу. Нет рыбы. Хотя за... Не надо Зао, блядь, есть нахуй. Там кумана почти против. Пускай Барамир главный. Справа. Что вы там добьете эту баронессу, блядь? Ну, сейчас так вот. Плохо жрут. Хилы не жрут, танки не жрут. Ну, я могу торт съесть, блядь. Ешь. Барамир, прохилишь меня? Ну, хиля. А, я торт собрал. Справа, слева танец быстрее. Я одно сало ставлю. Вон кабан и рыба, блядь, лежит на столе. Мелкий, иди он съешь, там, где я танчу. Рыба? Я кабана. Да, рыб. У меня маны нормально. Да похуй, ешь, блядь, стаки. Танцы справа, справа, быстрее, блядь, Макна. Блядь, тормоз, нахуй. Пиздец, нахуй. А, у него дебаф. Ну потанцуйте, кто-нибудь сейчас сдохнут, сука, из баун. Какого хуя у него дебаф, нахуй? Он один раз танцевал, блядь. Спада скоро будет. Вы баронессу допинаете сегодня, нет? Ебать, РБК ДПС, нахуй. Ща танцы, мат, или кто там сидит? Ща спада будет, прям стоит. Аза. Морозу бить. Геру дайте ШП. Стань дальше всех. Или... Не, пускай вы не челы стоит дальше всех. ШП, отойди примерно мага, и зал тоже примерно мага. Вот так, да. Ой, там этот, ой, только не спеши, когда он в этом, блядь. Да не знаю. Ну ты понял, да. Это череду кидаю. Надо, да. Что меня бьет? Метка, наверное. Пока идет. А не, метка на... Вы знаешь, у тебя тут. Меня сейчас убьет. На тебя не висит никуда? Окей, сейчас убью. Угу. Сейчас убью. Давай, ба. Да. Я... Он кинул тебя? Да, забрю. Ясно, блядь. Дай БР быстрее по нему.
Бэр, сова. Сова Бэр. Встал. Забирай. Руку ему дай. Блять. Да выйдите. Да нахуя ты Бэрил уж поздно? Рейдус, как насчет того, чтобы не бить босса с пула, а поможешь нам баронессу хуярить? Как и положено. Так кто хуярил там босса? Блять. Мелкий нахуй, я понял, что тебя бьет, сука. Съеби нахуй с мелизоной, блять. Не стой нахуй, этот Ференс кливает нахуй. Да, Друидус, у тебя там все нормально, скажи мне. Блять, у меня таунт миссанул нахуй. За лука ебаная, блять. Ой, сука. Не, типа 17% метки собирать, это просто пиздец, нахуй. Я ебал нахуй. Еще раз. Друидус, маг. Ваша задача убить одного моба, на котором стоит череп. Потом только бить босса. Не, на мне какой-то моб висел, именно агро. Да не моб висел, блять, там этот Ференс вар, нахуй, он кливает, блять, понимаешь, нахуй. Да вот эту хуйню лучше заивейдить, нахуй, с вашим ДПСом тут двух мобов убивать, это пиздец, нахуй. Выйдите все. Плюс, не забывай, еще Мороз бьет, если ты слишком близко. У него клиф именно, а не близко. Мороз вокруг себя всех кливает. Ну, ты помнишь, что на прошлый раз он, блядь, убивал то, что мы стояли близко? Некоторых мильков. Хавайте рыбу сзади стоит. Как хочется. Вот этот вот, вот звезда нахуй, она кливает в Марамир, если что. Убери лучше метку звезды. Нет. Да я убрал, ну я просто ему, блядь, показал. Еще раз, блядь, Друидус, ты стоишь и бьешь череп, пока не убьешь его, потом только бьешь Мороза. Ну вот мне обвинит кулак, я понял. Всех остальных. Череп, потом только Мороз. Господи, блядь, что тебе опять не хватает? 5 секунд кулак кончается. Если долбоеб на паудине не знаю, что такое кулак, ну прости меня. Да, уже. Ты нормальный, блядь, или нет? У тебя 30-минутный кулак нахуй висит, блядь. Тебе скриншот скинуть нахуй или что? Он не только что, он уже висит на тебе 29 минут, блядь. Одна минута прошла. Ой, блядь. 3, 2, 1. Первый танцы готов. Танцы. Лево. Кабан на маленьком столе. Левом. Кабана идешь хавать, друид. Там два штуки. Танцы, вторые пошли. Танц справа. На маленьком столе вон кабан, мак лежит. Около тебя, понимаю. Третья, танцы 3 секунды. Танцы справа. Справа. Кабан на маленьком столе, около босса, если что. Все, бьем по морозу. Танцы 3 секунды. Я поставлю, да. Танками можете похавать. Справа, слева. Иди, друид, вон торт сожри, пока она не дамажит. Он на маленьком столе слева, твой войд. Вот я тебе говорю. Справа следующий маг должен танцевать. Давай, я пока заберусь тебя. 3 секунды танцы.
справа маг. Виктор. Ну там танцуй. Блять, как вы заебали, нахуй, я сейчас сдохну, сука. Вы, блять, можете потанцевать, нахуй? Вы, блять, сука, ебанутые, нахуй, или что, блять? Давай, танцуй, нахиля. Захиль, блять. Хиляй. Зал. Пиздец, нахуй, фыкачил. Еще одни танцы справа. Мак. Господи, блять, похиль меня, пожалуйста, сейчас сдохну. Я все отдал, я все прожимки отдал. И Войт сейчас тоже сдохнет. Что танцы, шпись? А вот это, в принципе, есть. Что там? Справа. Все справа. Рубис откатился добавить? Ты справа танцуешь, я если что... Ой, слева, я справа. Танцы. Справа. Фаза скоро будет. Еще одна не танцы не видит. Еще справа. Фазы. Геру давайте, пул ДПС по боссу. Геру. Кулак. Кулак. Кулак спуржи те с Мороуза, пожалуйста. Дай ему дистал шипа. Там их есть. Зау сделай, подойди вперед, шипа примерно. Желательно, чтобы этот кулак пуржил постоянно, как только он на него вешается. Было бы охуенно. Дрейдус умер по залу, да? Шедевр, ну, этот из маунта дал. Забрал. Все что, чипок можешь потерять, нахуй палец, и все. Блять, кожа долгий конченый босс, это пиздец. Мелкий, дашь сокру под следующую череду? Дать. Умер попал. Да идр по залу там брыг. Сейчас забираем. Сейчас уже на следующий. На следующий. Дай маску. Вы умрете. Вы умрете. У меня шмот сломался прямо в прямом эфире, охуенно, желтенький стал. Забирай. Какой-то баг был, он не забирал. Хуй его знает, забирай. Пол. Вынеси его, подними.
Запирай. А, ты забрал все уже. Ну да. Ать, больно. А, отбрил. Дал айсбаунд. ПР дайте по нему быстрее. ПР дайте. Инер залей друидус по Барамиру быстрее, блять. Блять, ШП, выйди дальше с рейда. Забирай. Господи. По ничелу прохильте на указку зону. Не, у вас реально ДПС РПК нахуй. Вот реально. Пиздец. Ясно. Добрейс. Кайсен, что сказать? Что вы нет, а не пытаетесь? Понял. Лучше бы сдохли на вас герой. А, нету даже герой, геродка даже. Понял. Ой, блядь, я не знаю, ну, типа, это пиздец, нахуй. Тамашем больше, что сказать. Ну, своим лучше, жрём больше. Да, блядь, ну, вы типа собрались каражан нахуй, ну, просто у некоторых тут вам реально надо пойти и РБК нахуй ударить нахуй. Еще рваная рана 40, или это берса уже? Под берсой. А-а-а. Я хотел под бомжами дать, но там все равно лям, лям был, хуй бы добили. Ешьте. Джис есть у кого-нибудь? Короче, смена тактики. Со стороны печенки первый танцует друидус, второй лоб. Со стороны трусов первый танцует маг, второй ШП. Володя со стороны печенки, я со стороны фиолетовой, окей? Ну все. И хилами, танками старайтесь жрать, чтобы уменьшать эти стаки лучше. Это тоже ДПС рейда. Ладно, короче, главное вот этого петуха заберем, дармки, наверное, на стены коху дают. Ну и череп, соответственно, лучше. Дай каску. Ну, все готово. После того, как убиваем баронессу, черепок, бесполезно кливать. Поехали, поехали. Первый танцы готов. Ничего нет. Сейчас танцы слева. Друидус. Следующий лог слева там. Люди с пиздатой слаки. Танц. Справа. Слева, справа. Капанчик он на маленьком столе платил. Войц. Сбегай, пока он этого тортик съешь там, да, на этом маленьком стопе, да. Танцы слева быстрее. Хорош. Следующий, Володька, ты в печенке. Рыба на маленьком столе и кабан. О, еще один торт появился. Сейчас я схожу. Танцы 2 секунды. Танцы. Слева, слева. Все, мороза бить.
либо он на маленьком столе есть. Танцы. Я танцую. Бывает, у тебя дебаф спал, иди и еще вон пудинг один подпояр слева от тебя на маленьком столе. Рыба, хилы рыбы ешьте, на двух маленьких столах две рыбы есть. Блять! Нормально. Я бы сбегал за пудингом, нахуй, но ебал его. Танцы 5 секунд. Давай, вот тебе область. Не нахуй, пизду. Танцы справа. Далеко слишком бежать. Справа меня... надо будет кому-то затанцевать. Где танцевать? Справа. Или... Не тебе, блять, вон друиды спускай танцуют, нахуй. Или кто-нибудь так. Так-то будет. А слева его ничего вон есть. Я потанцую, когда Фаза, забирай. Геру, давайте кул ДПС. Бесполезно кливать, бейте чисто морозы. Бак нахуй. Визуально показывает, что на мне гру нахуй, он где забрал. Пойми на. Хуйня какая-то. Верни палом чьи пушку, пожалуйста. Чисто разочек. Малый спаун. Вы ничего не забывайте хили там через частицу, откуда, блядь, через частицу, не знаю, или что. Короче, чтобы его метка не убил. Кто его бьет? Метка, он дальше всех стоит же. Ну пусть бьет. Ну, просто не забывайте его по хилю. Я про это. Он в фреймах отображается. Окей. Сейчас дашь сокру под череду. Я потому что давал мне крыль. Давай, сокру. Добивай до следующей череды, типа. Он не сел. Ворлд-пошеры не люди, кстати. Ворлд-пошеры не люди. Сука, ебать лагает, ну. Забирай.
Дай, не дай бог, у меня сейчас зависнет, блять. А ты знаешь, забирай. Кого винить? Пидорас, ебаные нахуй. Мейтбаунд. Да. Они чего умер? Вы отдайте. Кулак нахуй не диспалится вообще нахуй никогда. Добейте. Бог-то не похуен. Тише, на таком-то трае убить. Ты на мессеры хороши. Шея и пояс. Блять, короче, я покурить хочу. Че, перекурим, да? Я пойду покурю. Хотите твой гонор? Давайте перерыв тогда. Уважаемый К4, за жетон его не запретили, поступит в продажу БК камня у забытого. Точно полезен. Ну, если у тебя жетонов некуда девать, ты можешь хотя бы теперь покупать их. Сердо Ризета. Вот печеньки нет, это хуёво. Кажется, с квестов этих охоты проще взять ОД и продать его, купить на них там. Считай, тем, кто в хуту 4 еще ходит в РБК, типа, что нет-то? Они хотя бы будут знать, куда сливать. Либо тут же сами теперь будут хотя бы есть куда знаки слить. Если ты их накручишь много. В шоке. То друиды со Starfall нанес всего 6% урона за бой. Как вообще? Еще такой интересный вопрос. Ты уверен, что у тебя две воли вообще работают? Потому что я сильно в этом сомневаюсь. Как там у тебя баф называется, который бьется? Там два разных баф названия у тебя идет, или один? Власть где ты? Хороший вопрос. Не знаю. Даже две-три. Я вижу у него два бафа просто по одинаковым типа прокам. Это искорка пламени и осколок пламени. Понятно, не одинаково настаканы, и поэтому я это смотрю.
Ну, просто две тринки за фу бой нанесли 7% урона за 4 парашек. Нет, там у него два, кстати, огненных столба. Я смотрю, что бодит Айос, у него два огненных столба, два разных урона. Один типа нанес 106 урона, другой 87 тысяч. Один 106, другой 807? Один 87,5, другой 106. А. Два огненных столба. Ну, Кирилл, спрашиваю какая-то полная пчел. Типа, бля, возьми зеркальце за 200 ладов, и то лучше будет. Что лучше воли ХМ. Ой, власть. Да, но пальцы — это отдельный вид искусства. И чарки твои тоже. Отдельный вид искусства. Хотя символ на Старфол хоть стоит, не? Все, поехали. Мелкий хилишь? Кого? Меня. Зачем? Ты ж хилишь. Да хуй. Да хуй его знает. 5, 4. Ворм попа шли похилит. 2, 1. Ой, блять, пидорас. Все друга нашел. Гостем его зовут. Кирилл, что ты бы делал, если бы тебя друг бил? Не знаю. Похуй бы. Я бы его пилил. Ладно, не буду тебя хилить, пойду его пинать. Далеко стоишь, я его даже ставить не могу. Друга этого твоего. Бля, на фулл ОЕ в пачку пенька дала 50 тысяч урона. Пиздец. Какая? Так равно приприга получше будет, ну, мне кажется, чем этот медальон ебан. Это не медальон, а усовый власть. О. Да, у меня это только говно, ты прав, нахуй, блядь. Да, блядь. Во всех пак, которых мы били, это, блядь, топ-1 мой урон, блядь. Чё говно? Да, сейчас... Дивиди, вонючел на глазиком, да. Вот 700 урона ты по мне на тринке только нанесла. ТТ магма у меня тоже 700 урона. Стойте тут, что-то. Куда вы, блядь, пошли, нахуй, сука. Умереть. На оперу трэш не надо, который агрить. Нахуя, блядь? Блядь. Оперу мы все равно не идем, нахуй. Тут, блядь, деву бы хотя бы убить. Мне кажется, уже на смотрителе проблемы начнутся в этом рейде, блядь. Большие причем. С теми РБК ДПСами, блядь. Что вы там танка будете передамаживать или нет? Я готов танка отпиздить уже. Ну, трейдус по вихрю и вара. Ну ладно, я Володьки въебал. Заебись, нахуй. Тремор? Тремор? Какой тремор? Пизда, нахуй, мне сейчас будет. Ой, в пизду нахуй, АФК, блядь, шаманы нахуй. Ну что, АФК, они заебали тотема, мать, пока ты так-то.
Я 8 секунд в фере отбегал, 8, сука. И сдох в итоге в этом фере ебаном. Такой вопрос, почему ты в фере, а я нет? 8 ебаных секунд, еще раз тебе повторяю. Я отбегал в фере, в арабском. Феникс, вот. Ты, блядь, ты, кстати, можешь этот говнофир ебучий свой, нахуй, сливать, нахуй, чтобы этой хуйни больше не было, нахуй? Ладно. Да, трейдер, сейчас. Ты видишь чела в МК, ты его вихрюешь. О, боже, блядь. Я с сыром, это, конечно, эти. Ты стримишь, можешь пересмотреть, ну. Ну, типа, я там долго бегал в этом ебаном эфире. Меня аж на лестницу сюда, нахуй, он довел. Ну что, я увидел, что мобы убежали? Я за ним побежал, вот все. Ну, как думаешь, может... почему они побежали? А кто знает. Yes. А может, решил разжигнуться. Понял. Я так уже устал, пока ты обнуляй тотем, потому что не ломает его. Смотри, вот поставил бы куда-нибудь вот сюда, нахуй. За столб, нахуй. Рейндж, блядь, ничего не ломается. Неплохо, они сломаются. Ну да, конечно. Ты поставь. Я более чем уверен, он 5 минут свои поставил. И лапку бахните. А чё там по одному мобу бегает? Это нормально, типа? Мы ж поубивали часть, не стоят разрозненные наряды. Так веди, веди ещё. Вон, где вот этих мобов можешь вести, если там пусто? Хочешь вопрос на засыпку, Кирюш? Угадай локацию, в которой его попаешь или сейчас? Клан. В клаке, нахуй, пидорасы сидят, что ли? Не. Желтая локация. Какая? Желтая локация. Степи, степи. На Келли, что ли? Не-не. Хуй его знает. Чернистая долина, может, кем-нибудь? Не. Острогорье. Острогорье. Как? Острогорье. Нет. Хуй его знает. Это Толгород опять пиздит, наверное. Они в тоннелисе сидят. Я же говорил, там. А вот что, они там забыли? Еще веди, мало привел. Веди из девок, которые трэш. Только одну конкубину, нахуй, это в пизду. Мне кажется, это рейд 2-2 не осилит. Все, хватит. Пускай нет. Хуйню зарядка, я вижу, там идет. Конкубину. Блякубину бейте. РДД раньше наберите максимально от мобов, чтобы у вас урон не резался. Мини-гайд вам в прямом эфире. Он режет физический урон. Магический тоже. Веди еще одну пачку. Ну, последнюю. Короче, остатки пачки на 9, которые видит. Остаточные мобы на 9, которые. Грипни там при лестнице. А что там Энг там сбил? Это вообще пофиксили? Да там хуй его знает, что фиксить. Энги, блядь, это мертвый класс. Говорят, что что-то там фиксанули жестко. Энх, мы справили ППМ по типа близвайку. То бишь у нас во дворот очень сильно медленно терестакается, в отличие от того, как вы были, блядь, пару месяцев назад. Сейчас могу фу поражаться, блядь. С этим, кстати, я полностью согласен. Я вообще сделал во дворот. Вот, 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 вот просто, блядь, с ППшной сидяти.
на PvP, на своих них ебут, блядь. Их встретишь раз в год, блядь. Там PvP, а они ноют. Не, их там, просто, их там в соло, в солоке их там дохуя, этих энхов, кстати говоря, на пидорастических нахуй. Ебало они, блядь, пропуржат, бегают, пуржат нахуй, и потом, блядь, за 3 секунды, блядь, фул еблет ломают. Мне в 1400 резную трясти. Поэтому я бы вообще им нахуй этот водоворот убрал бы нахуй, чтобы он не работал, блядь. Ну вот из-за таких вот нычков нас и поломали классами теперь день. Ты просто потеряли весь. Так, блядь, пускай в ПВП убирают эту хуйню. Ты понимаешь, что у них забущен максимальный урон в ПВП настолько, что это просто unreal нахуй. Они по ткани, блядь, дамажат столько, что просто пиздец. Они за 3 секунды снимают 30 хп нахуй. Камон, типа, это пиздец, нахуй. Причем здесь нытики, это правда, нахуй, нужно фиксить. Я не про ПВЕ говорю, я говорю конкретно про ПВП. Ну, а в итоге что сделали? Просто нахуй весь класс на всех. Ну, пофиксили. Ну, так, блядь, это уже к ним вопросы. Так это, ну, челы, которые ныли, но насчет этого. Энхи реально по ткани хуярят очень много. Только сколько ладер не откроешь, нахуй, где там хотя бы один энх? Им их в Салоке, тебе говорю, хватает, нахуй. Там 5 штук в прошлом сезоне было. Хотя они там все на дне просто, и все. По раз поиграли, повеселились, поиграли, повеселились. Ну, конечно. Ни в одном конце ладер их нету. Сколько уже раз? Сейчас я тебе Салок, вон, смотри. Смотри, чатлашка. Энх, Джокер, энх. Это в Салоке я тебе диктую. Тоша Яковлев, энх. Ну вот, 3 энха уже в ладере, в Салоке. Он открой, посмотришь, там 3 энха уже есть. Двойки? Могу в двойке тебе сказать. Четлашка. В двойке ты трабдор. Трабдор. Ну, 2 энха, ладно, в двойке. Не знаю, может, потому что эти, наверное, не играют. Как любой сайт Сируса, даже не посмотришь никого, блядь, нахуй, персонажа не найдено. ПВП у них прям, ну, прям слишком дохуя по ткани урона. Такого типа не должно быть, что за 3 секунды он наносит нахуй 30 дэмэдж, условно, если критует. Ну даже если они какие-то ёбаные, это... они могут пофиксить именно ПВП. Но они решили просто... Ну, так, блядь, нахуя им усложнять? Ну, типа это ж сложнее по факту сделать. Че, ну, если, или, про, залик, или проще залик сломать, залик, сделать челик, меньше. Какой челик, блядь, его обойти можно? А, вы сзади кого-то нагрели? Да, да. А как вы их нагрели? ВСД называется. Ясно. Ну, умирайте в пизду, нахуй, и бегите. Я ебал в рот это, так нагреть. Один хуй сдохнете, у меня даунта масс нет. Я на 900, если что. Поэтому как бы да, на. Поэтому как бы да, типа в плане того, что
PvP на иллюзии я полностью не согласен. Платам, в принципе, по большому счету похуй, но ткань страдала очень сильно от этих ебаных хэнд. А то, что админы сломали в ПВЕ, ну, сделали так, это уже и не косяк. Вот в прошлом сезоне, нахуй, даже пидорасы с Элимов начали спекаться в энках этих, блядь, салоки, блядь. Да потому что Элимов нахуй сломали тогда. Тоже наныли, ПВП, Элимы сильные, в ПВЕ Элимы сильные. Их сломали нахуй. Теперь сейчас энхов будут ломать. Сейчас энхов сломали. Так, блядь, это вопрос к админам, понимаешь, блядь, ну, это их не косяк, что они в ПВП так хуярят. То, что у них руки и жопа они не могут сделать нормально, нахуй, чтобы в ПВЕ было и в ПВП. Это не проблема тех людей, которые ноют. Потому что реально они правы, нахуй. Не должны ебаные энхи, блядь, за 3 секунды, нахуй, ломать фул ебало, нахуй. За ГКД, блядь. Короче, что делаем на 9? Для тех, кто не был в Druidus, надеюсь, ты знаешь, что делать. Хотя бы видел. Ваша задача. Вынесли лужу вторую, вторая лужа разлилась. Вы не бежите сразу лутать этот ебучий старт. Вы ждете, пока дева кастанет шок, шок сбили. Дева кастует цепную молнию, и только после цепной молнии вы заходите на лужу. То есть вы стоите рядом с лужей и ждете, пока цепная молния прокастится. Цепная прокастилась, зашли, полутали стак и вышли. Все. И никак иначе. Иваничелов, щит, пожалуйста, хаус-болтами не заряжай, а то тут такой ДПС, нахуй, цирковой, если ты еще хаус-болтами будешь бить, нахуй, мы этот щит не пробьем, нахуй. Ну и по сейвам, типа, первый массап дается айсбаунд, второй массакра. Ну, как обычно. Все, поехали. У нас должно хватить хп-бара, чтобы выживать. Барамировка? Да я вспомнить не могу. Тут надо массакру давать незыбку в какой-то момент. Под молнию. Ну, не под молнию. Блять, я тебе скажу, когда надо. А ты знаешь, когда я здесь надо? Да, не переживай. А, прям перед молнией надо. Да. Перед молнией сап. Первый добав 2 секунды. Добав. Тау вынеси. Тау вынеси дебаф. Выйди с него, там стаки. Ясно. Тау, короче, плохо слушал. Два стака ебану уже все. Сейчас сдохнет нахуй. Второй добав. Ждите, не лутайтесь так. Ждите, ждите. Да, байн-баун, лутайте. Подошли в лужу быстрее стали. Один стак утонули и вышли. Пейте, боссы. Тау, нахуй, опять два стака. Ясно, блять, их пиздец, нахуй. Переходите. Почему? Ну, не шаги. БР. Void Fury, дай БР. Барамир, блогом. Тау, ты можешь стоять, где все стоят? Я типа хуй его знаю, ну... Ты же цепнул хоть спамишь, пиздец. Второй дом. Войт будет. Ждите, не заходите пока. Станьте рядом. Мелкий сакру давай, сакру давай. Зашли. Прохил зашли, взяли дебаф быстрее. Один дебаф вышли.
маг глыбни на тебе 20 так, ты еще сдохнешь. Бей дальше. Быстрее, больше ДПС. Пробежали вперед. Это жестко. Бурсты оставляете под эти щиты? Ой, блядь, кикните каст, каст, кикните каст, каст, каст. Всё, нерик, твой маг. Надо будет слева вынести следующий. Да, сори, рамки. Зау, лужа. Слева в кумейку. Сука, правильно. Вот, дайте хули. Каз, подошли, взяли, бутанули стак. Видите, блядь, по одному стаку только. Ресайте, ресайте. Дамаш, типа, рахил, блядь, под издмалком, люди сдохнут. Маг, подойди. Господи, ебать. Не, это пука ДБС, это пиздец, на. И пука мозги, нахуй. Зал нормально там живет. Чару кастится, вторая лужа появилась, начала выливаться. Кастится сначала каст, который сбиваем, потом кастится молния. Только после молнии вы заходите лутать стак. Только в таком случае вы не подохнете 100%. И бурстите вы, блядь, не когда вам думаете о щиты. Пизда нахуй. Да, я буду. Стойки. Ты осталась рыбой? О, Энху кулак. Есть. Есть уже. Мне больше стало интересно, почему у нас Батюш появился так далеко. Что появился? А ты не видел, что у нас луч появился? Вот ты стоял возле лавочки, а луч появился вот там, где ты пулишь. На таком ранже появился луч от нас. Нас почти сразу же сбрил, мы не успели даже ДПС нанести, у нас луч за спиной подходит. Вот откуда ты почти пулишь? Ты, блядь, ты вот на вот это посмотри нахуй, вот на вот эту вот хуйню. У меня скада, блядь, забагалась опять. Вот на вот эту хуйню посмотри нахуй, ДПС они не успевают давать, ну. Ясен хуй не успеваете, блядь. Че, ДПС не хватает? Блядь, пацаны нахуй по 6к отдают. Ты не помню, я Некоторые 4 нахуй. С
спекает. Через 3 секунды пуляю. Соло по силе. 3, 2, 1, пул. Я могу хоть максимальный этот луч, чтобы он прямо почти в боссе появлялся. Но там, блядь, вам немножко головой нужно будет подумать, что его от него немножко отбежать надо будет. Ты дашь незыбку, да? Да. Лутайтесь так. Отошли от шара, друидус, маг. Ой, блядь, господи, ёб твою, как ты хуёво, нахуй. Местните потом. Этот каст, ясно. Меня миссануло, некому забивать было, нахуй. У нас же нету ни Энха, ни Флорид, которые могут убить нам. Типично танки сбивать. Сколько хита? Понимаешь, что, блядь, у меня хита нахуй 8.5%. 17% ебал я в рот собирать, нахуй. Ну, понимаешь? Сказать, что у меня не хватает хита, нужно страховать. Типа, я ж не ебу, сколько у тебя там капок. Ты понимаешь, что никогда, нахуй, никак, вообще 7% всегда собирал, нахуй. Так, ты скажи, что ты миссанул хотя бы, ты молчишь. Мы думаем, что ты сбьешь под самый конец. Я под самый конец не сбиваю, поэтому, потому что здесь часто миссуют. Так ты ничего не говоришь, мы ждем, забьешься, бьешь, окей. Никого. Не сбиваю, что не мисс, что мы просто бьем, дальше стоим. Так вот, пусть Энг сбивает ДСО. Энг тоже миссануть может. Я буду сбивать. Фурик тогда. Тут же берсы нету, да? Нет. Ну нихуя, не маунта нового добавили. Какого? Да, это я за лоялку смотрю. Богачи, понятно. Только Насте не показывай. Блять, маг, смотри, видишь Вара с черепком, бегаешь за Варом. Нет, почему? Если ты стоишь в маге, ты живешь. Стоишь, ой, стоишь не в Варе, ты умираешь. Просто. Остальных это тоже касается. Ты сначала покажи людям метку, как выносить, чтобы вот этой хуйни не было наперед больше бегания. Да, вы бегаете не вот сюда, вот куда-то вперед, там за босса нахер убегает. Вы одну несете в стенку, слева от вас, ближе, а вторую назад, за рейд. А, чё Феникс, Бубу? У нас люди некоторые в первый раз каражане, некоторые с ОФГ. Мы идем как будто, блядь, это первый статик. Да, блядь, я просто не хочу, нахуй, блядь, гореть, нахуй, понимаешь? Я поэтому по большому счету молчу, нахуй. Нахуй мне учить кого-то чему-то, нахуй? Ну, если, блядь, человек тупой, ну, нахуя мне вот это вот надо? Давайте, готов. Все готовы. На next пульнешь. Еще раз, бурсты оставляйте под шил. ДПС не особо много. Хуй с ним, я два трая меня, блядь, пальцы, нахуй. 3, 2, 1, поехали. Или не поехали.
Первый добавил. Ой, вот. Вынеси. Следующий выносите за спину. Барамир. А? Понимаю, понимаю. Да похуй. Подошли, утонули, стань быстрее. Вышли. Босс убьем. Без хаус-болтов, но ничего, ничего. Без пепеля не ебашь, или заткнем под время. Печенку. Сова. Ждем, пока бьем. Пинду сбиваем. Пошли. В одно время стоите. К статуэтке вынеси там, да. Вон статуэтка. Блять, да не тут. Так. Ёб твою мать. Подумай. Ладно, пускай так, блядь, похуй. Во вторую статуэтку вынеси. Нет. Угу. Встаньте чуть подальше от босса. Дай сакру мелкий прям еще. Зашли. Подошли, лутанули дебаф быстрее. Вышли. Где босс? Еще дальше на блату. Иду на хил. Ретенг. Next надо будет чуть поближе. Рядом с между двух лавок вынесите просто. Сюда вот. Угу. Ретенг. Каст бить, каст. Угу. Пошли по лутаре. Подошли, лутанули стак быстрее. Вышли. Сверх аккуратно сзади стой. Бурстить. Мелкий вагон. Чё? Настопнул каст? Нет, я кикну. Блять, ну примерно где-то тут надо. Надо еще чуть-чуть. Вынесал. Просто назад вынеси, еще дальше. Ладно. Слева в лавку вынеси. Стойте в одну прайме, просто колбас. Мелкий твоя сакра сейчас будет. Я скажу, когда. Ферит. Вот сюда, да. Давай сакро. Зашли. Лутайте, зашли стак, взяли. Аккуратно, блядь, стойте за боссом. Сфера, блядь, рядом прям. Ясно. Я не понимаю этого мага. Он, блядь, в глаза долбится нам. Потом Берни. Войт Волк, дай Бэром. Ой, Войт Фурик еще. Поднять? Угу. Каст. Вынесал. Он ничего. Не успела.
Готовьтесь лутать. Как подошли. Подошли лутанули. Аккуратно, сфера рядом. Нормально прошла. Бурстите босс. Хил. Батьфир и Барамир поднимите. Мелкий Сократ, блять, мать, как обычно. Давай, Сократ. Зашли, полутали. Зашли, лутаем. Быстрее, давайте все. Дымачный максимум. Отошли от босса вперед, отошли. Ну, нормально, все добираем. Запы. Моретика. Ну чё, с тобой подеремся. И ладно, холипал. Нужно да, больше запястий. Там забыт руки на ретрика падают, ладно. Хостой тоже. Знаете, блин, знаете, похуже будут не. Равно. Кожаный запах, остак рейд и лад с МПП. Больше запястья, богу запястья. А, дай мне, кстати, наручи, ладно, на танк. Ну. Блять, шея было бы с этого босса, было бы заебись. Ну ладно. Что, теперь самое веселое? Да я хуй его знаю, честно говоря. Не понял, что на меня свалил. А. Я, честно говоря, хуй его знаю, так с этим ДПС посмотрите, Ромео. Чё и безлицейно. Блять, какой нахуй хап, нахуй. Хардкор ничем, блять. Мне кажется, чё мопера нахуй сбить ими как надо. Мне что-то подсказывает, нам не хватит ДПСа, блять, на этом лайтинге, когда первая сферка появится. До первой аннигиляции. Так, есть такое как-то предчувствие. Ну там просто сфера появляется, и через 10 секунд, ну типа, надо за 10 секунд ее убить. И кастуется касса сразу. О. Там надо в нее максимально быстро свичнуться. Что-то мне подсказывает, что может не хватить для касса. Фу, бурсты. Простил сферу. Да, МК, пизда. И что-то мне подсказывает, Аркан тоже даст прохтраться, нахуй. Челыру, нахуй. Бля, я думал, снова эфир будет. Что, потом паролим запа? Ага. Потом паролим запа? Да. Что там получится? Да. Троллите вот эти. Там Зау и Брамин. Зау? Ну да. А, ну пусть забирает, и можно мейн. Че, что же на мейн? А не, я на ретрика же. А, посмотрим. Нет, тут без ЕП забей. Я ставлю эти, да. Или не стану, ладно.